Тан-тарарам-тан-тан-тан-тан. Приветствую всех, друзья. Доброе утро, там вечер, в общем. Кто когда будет смотреть, не знаю. Всем привет, всем привет. Петрович, короче, с утра проснулся такой. Подумал, говорит, надо, наверное, на рыбалку сходить. Ё, может, утренний клёв хоть будет. Ну, а то последнее время-то в РР4 что-то клёв такое себе, да. Что хочется поиграть во что-то другое. Вот. Что я и думал делать. Думаю, палки закину, пускай стоят на осетрика. Как бы. А я поиграю во что-нибудь другое там, да. В итоге вторая поклевка жмяк. Помотала. Помотала, затрещала. Ну, думаю, все. Удачи не видать. Будет сход. Пока нет, нормально. Все вроде уже на подходе, не знаю. Сейчас посмотрим. Уже, в принципе, должны вытащить. Клюнул с утра. Время точно я не помню. Время точно не помню. Ну, уже весь день, короче. Ну, там небольшое. Голову показывал, выныривал. Было дело пару раз. Так что, наверное, тропчик. Даже будем рады, если 50 ровно вровень с поколодником 50 килограмм. Вон, опять там башка выскочила. Потому что, ну, блин, все. Не знаю. С трофеями тут вообще беда какая-то. Как всегда происходит. Клевала вчера и клевать будет завтра, да. Как-то вот такой вот клев стал. В общем, рады будем любой рыбке, да, трофейной. Так, что еще рассказать? Крипса 21 без всяких поводков, без всего там. Прикорм стандартный, арома и корный запах. Вот как-то так. Две палки на медведя закинут, одна на перловицу. Бошпим, бошпим. Так, энергия кончается, бухать надо нам. Так что кофе пить не будем. Иначе все. Иначе кофе попьет, потом спиртное не полезет. Ну давай уже, хорош уже, не? Оп, все. А все, походу все. Недолго музыка. Ай-яй-яй. Ну давай, 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 давай. Играла. Недолго пел аккордеон. Короче, как-то так, да. Я и не понял, что поклевывает ли тут осетр или нет. Один осетрик там на 3 килограмма у меня, или что там? Да, на 3. И вторая поклевка вот эта, так что... А там что-то тоже он бубенит. Бу-бум, бу-бум, блин. Весь день. Так что, возможно, клюет осетрик. Понятно, что не по КД, ну, хоть как-то что-то. О, опять голова. Ты, блин, не успел показать. Там нырнул он обратно. Вот гад, а. Тан-тан-и-дан. Ты смотри, а. Опа-на. Хорош, хорош уже, давай уже, давай уже, вылази. Я не знаю, может без энергии так мотается фигово. Так бы уже, наверное, выдернул бы, но нет, но нет. Надо Петровичу жмякнуть, а то у него вечно сухой закон, сухой закон. Ё-моё, он уже забыл, что это такое. Так как, когда он жмякнет, у него клёв почему-то как-то пропадает, да, я не знаю. Зато приходится ему сидеть на чае, на кофе, в общем. Ну, вы поняли, да? Так, блин, что, если тропить, то нифига себе, утро удалось. Утренняя рыбалка вообще тогда, ну. Сейчас бабах какой-нибудь 47 килограмм. Блин, да ну нафиг, столько волочил. Ну, может быть, может быть. Будем посмотреть. Уже все он. А, все уже, да? Сдался, что ли? Там вон он уже где-то там что-то кого-то. И куда нырнул обратно? Только что ж показывался там. Эй, братишка! Петровича все уже, сачок готов. У него уже жало горит. Сейчас, говорит, жмякнет. Опа, плавничок. Смотрите, неплохой вроде плавник-то, не?
правда, приближенном состоянии, но все же. Это трофейный плавник. Ух ты! Это что такое было за это? Подъем с переворотом, ем. Подъем она с переворотом. Так. Это мне уже нравится. Это мне уже нравится. Дан-дари-дари-дари-да. Дан-дари-дари-дари-да. Так, дай-ка маленечко вот так вот, вот так вот. Только не дергай. Не дергай. Или уже все, сил нет нормально дернуть, чтоб, да? Тю-тю-тю. А то сейчас как пиу-пиу, пш, поплыл. Все тогда. Мышка полетела, клавиатура тоже. Компьютер выключается, и идем ложимся спать. Дальше, ёба. А то вчера в танчуганы, точнее сегодня в танчуганы ночью гоняли. Нормально, тоже покатали, пораковали, давно не играл. Ё, как рак там посливался. Ну ладно, ничего страшного. Не я один такой, ага. Блин, что-то я рано, наверное, запись видео-то включил. Ё-моё, 6 минут уже. Ух ты, ты меня не пугай. Сейчас Петровичу на это нальем красненького, красненького. У меня там сколько? 2 бутылки вроде есть. Красного. И запьем все это самогоном нахер, чтоб торнуло как положено, да. А то что это компот, да? Вот такие-то дела. Та-дари-дари-дари-даран. Та-дари-дари-дари-дан. Тан-тан. Все, подходишь. Давай, давай, братишка. Ну, как раз сейчас. Ух, как нажрёмся. Как нажрёмся. Та-дари-дари-дари-дарин. Та-дари-дари-дари-дан. Тан-тан. Так что так. А в целом, правда, в РР4 клёп стал какой-то непонятный. Всю рыбу раскидали по всем ямам, туда-сюда, и в итоге где кому как повезет и на что поймать. В общем, раньше было повеселей, как по мне. Раньше было повеселей. Так, ну чё, всё, на подходе. Фу, нормально, нормально, давай, давай. Петрович, готовься. Сейчас будем наливать тебе, ё-моё, будем наливать. Ну чё, получается часа пол, наверное, я его потаскал. Где-то так. Ну, полтосик должен быть. Это уже радость большая. Радость большая, так скажем. Нынешним-то клёвым, ё-моё. Так, давай, 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 всё, хорош. Ач-тач-та-ди-да-ди-да. Ач-тач-та-ди-да-ди-да. Да, 2 пузырика прокинем и чем-нибудь это зашлифуем. Все нормально будет. Так, ну где? Что-то где-то рядом можешь, да? Сейчас мы вот так вот это... Понятно, это не синий, как у меня есть там, да, видосик. Ну, а что делать? И такому уже рады тут, блин, ё-моё. Таким-то бешеным клёвом, ага. Дарин-дарин-дарин-ра. Точка 98-84, клипса 21. Ловлю 2 медведки, 1 перловица. Прикорм, стандартный арома и корный запах. Так, клипса 21 говорил, нет? Ну, лучше сказать еще раз. Клипса 21, вон туда и на корягу, короче, заброс. Все. И сидишь, ждешь, смотришь там телевизор, да, кино. Либо играешь во что-то другое. Так что как-то так, как-то так. Блин, а там что-то хрустит тоже. Он давно уже пиликает там, я не знаю. Ну, мало хрустить, значит, размота не будет, по-любому. Сейчас бабах и не трофей, 47 килограмм.
Все, тогда вилла Магаданские. Так, Петрович, ты что, готов же мякнуть, не? Или рановато еще? То сейчас жмякнешь, упустишь, нахрен напьешься тут. Дари-дари-дари-дари-дан-тан-тан. Так, уся же, да? Сетрик? О, хороший, трофейный. Братишка, трофейный, братишка. Так, сейчас погодь маленько. Надо нам жмякнуть. Надо нам жмякнуть срочно. Пускай даже 50 вровень с поколодником, но мы нажремся. Сейчас Петровича напоим, ё-мо. Трон-тон-тон. Трон-тон-тон. Все, блин, у меня красная заканчивается. А чё? Ох ты, наелся. Не, а мы подождем маленько. Мы чутка подождем, чутка подождем. А, так. Запьянел маленько хоть, не, братишка? А, не, говорит, компот, чё это вообще ерунда? Что, говорит, за компот наливаешь, ну? Ты, говорит, мне чего-нибудь серьезного, да? Сейчас, погоди, братан. Так, а что нам еще жмякнуть такого? Тунгусский, ё-моё, а что еще? Самогон. Сейчас мы все, блин, пере это. Полежи маленько, братишка, отдохни. Сейчас Петро из жала нальет, ну. А тот что-то как-то... Это, блин, ну как так наелся? Как так наелся, ну? А? О, вот это сразу ёрш пошел, ё, компот, водка, самогон, вот все нормально. Вот тут он по фэншую торнуло Петровича. Так, братан, ты маленько смотри там аккуратней-то, а то это, ага. Сейчас еще сорвется нахрен. Да, еще стакашок бахнем и, наверное, все. Я не знаю, сколько пить можно. О, двоится уже, вон, уже два этих, два бубенчика сверкает. Нормально, нормально. Ну-ка, давай-ка, да, это, чтоб троилось, ёкарный бабай. Ну-ка, о, сейчас пойдет жара. Все, закивался, ё-моё. Беда. Так, еще два всего. Сейчас еще стаканюгу жмякнем, ну. Блин, венца-то больше не было, так бы вином. Надо как-то подзакупить, чтобы было. А... Блин, как купишь, так бывает все раз. Дашь кому-нибудь там, туда дашь пузыречек, тому пузыречек. Опа-на! Погнала, блин. Сколько он может вообще? О, все, глазки сузились. Та-да-ти-та-ри-та-ри-да. Короче, утренняя рыбалка, походу, дело удалась. И нажрался Петрович. Давно он уже не бухал, давно не бухал. Да, еще стаканюгу всадим. Сколько выпил уже? 3, 4, там 5, 6. Наверное, хватит, не? Еще надо? Петрович говорит, налей еще стакан. Сейчас, говорю, погоди маленько. Что-то тянет четерюга. Пишут, да мелкого что-то. О! И все, наверное, хорош. Я думаю, хорош, да, ребят? ХЗ, сколько ему пить? Стой, братишка. Или еще стакан. Все, Петровича в кому не отправили бы, ё-моё, за такое-то количество выпитого. Уже и самогон у меня кончается. Дай водки тогда шлифанем. Не. А, уже все, не лезет, говорит, братан. Братан, хорош, говорит, уже хорош, все. Ладно, хватит, правда. Я не знаю, сколько выпил уже. И осетр уже нажрался. 48 килограмм. Ёкарный бабай. Я шатал нахрен эту РР-4. Ё-моё, вот это. Вот это полная жесть. РР-4, ну чё, у меня слов нет, ребята. Одни эмоции. Вот такой у нас вот замечательный клёв.
Трофеи клюют просто по КД. В общем, чтоб, ребят, ни у кого вот так вот не было, да? Вот таких вот это, недотропчиков небольших. Чтоб у всех клевало по КД. Вот такие вот дела, короче. Выжрали всю водку, там вино, короче, ни нахерам. Ну ладно, зато Петрович отдохнул. Все, друзья. Это, всем хорошего, клёва, кто на рыбалочке, как всегда, ни хвоста, ни чешуи, тудой-сюдой. Ну и следите за каналом, видосики будут, стримчики будут. Так что так, всем удачки, пока-пока.